И снова здравствуйте! Вас приветствуют последние новости. В этом выпуске наш разговор пойдет о том, чем недоволен известный критик Сергей Соседов. Средства массовой информации пишут, что директор фестиваля искусства «Славянский базар» в Витебске Глеб Лапицкий получил предложение почтить память покойной Юлии Началовой во время очередного фестиваля в июле. Именно там прошло одно из последних выступлений певицы в прошлом году. Известный критик Сергей Соседов возмутился предложением и разнес эту идею в пух и прах. Он заявил, что категорически не приветствует культ личности Началовой. «Вы в своем уме?» – негодовал Соседов. «Какой концерт памяти? Что она сделала для этого фестиваля? Почему ее там надо вспоминать? Тем более, что певица она посредственная. Лучше вспомните народного артиста СССР, композитора Игоря Лученка, которого не стало полгода назад. Вот он достоин!» – возмутился Сергей. Напомним, что после смерти певицы ее поклонники стали предлагать назвать именем Юлии Началовой одну из улиц столицы. Или также они хотели, чтобы на фасаде дома, где проживала Юлия, была установлена памятная доска. А нам остается только гадать, действительно ли Сергей Соседов возмутился данным предложением, или это очередная фантазия средств массовой информации. Спасибо за просмотр этого видео. Не забудь подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Мы будем также рады вашим лайкам и конструктивным комментариям. До новых встреч!